Сайт сам по себе – это что? Это люди. Это люди, которые его делают, которые пишут на этом сайте. Хочется их поблагодарить, сказать большое спасибо, что они остаются верными этому сайту. Сказать спасибо решили не в виртуальном мире, а за вполне реальным столом. Из 12 тысяч ежедневных посетителей сайта выбрали пару десятков корифеев. Это самые общительные участники форума. Я являюсь пользователем этого ресурса уже на протяжении 4 лет. Дружелюбный, теплый, информационно важный для меня. Я остальные не смотрю и не читаю, потому что мне интересно. В 2006 году 12 энтузиастов создали новый городской портал новостей. «У нас не было вообще ничего, даже помещения», – вспоминают основатели ресурса. Работали больше 10 часов в сутки, вкладывали собственные деньги. Зато теперь сайт полностью перешел на самоокупаемость. Коллектив разросся, но работы не убавилось. День бывает просто перенасыщен. Мы сами иногда не понимаем, как мы успеваем собрать информацию и ее тут же выдать, обработать, там еще как-то следить за комментариями, которые к ней оставляют. Начиналось все с новостного блока, но довольно быстро к нему прибавился форум, справочная служба и афиша. Теперь в день на сайт заглядывает больше 12 тысяч пользователей, а история городского форума насчитывает 500 тысяч сообщений. Сайт действительно с каждым годом становится лучше, удобнее, полезнее, интереснее. Себя награждать дипломами команда «Инфоорел» не стала. И без того на стене места не хватает. Последняя грамота от Общественной палаты за общественное же признание. В ближайших планах портала выход на областной уровень.